Всем привет, меня зовут Игорь Чернавус, а это тетя Света. Здрасте. Здрасте. Тетя Света со мной сегодня будет пранковать на эскалаторе. И это будет... Так, у нас тут женщина пошла, да? Вошла в кадр. Она там была? Давно? А, ну, ты. И это будет самые мерзкие разговоры на эскалаторе. Прикинь, только что себе трусы обосрал. Пиздец. Да сейчас надо трусы купить где-то, да. Не забываемся подписываться на наш канал, ставим сразу же палец вверх и нажимаем на колокольчик обязательно, потому что если вы не нажмете на колокольчик, вы можете пропустить новое видео. То есть вот это вот, которое сейчас вот идет уже, вы можете пропустить. Поэтому нажмите, чтобы следующее не пропустить. Вот. Итак, все сказали? Я высказалась. Не-не-не-не, я тебе говорю, вчера такая жесть была просто. Он меня вчера познакомил со своим отцом. А оказалось, что с его отцом я уже знакома. Как-то в сауне познакомились, да? Блядь, теперь если с мамой познакомят, это пи***ц будет. Я уже просто предчувствую, что это будет. Да не, я ему, конечно, не сказала, что с батей зажигала. Мы так переглянули, знаешь, типа, и все. Слышишь, короче, сегодня чулочки надену, да, чулочки. Мне нравится, вот это последний раз, когда я в трусиках вот это вот был. Да, да, чулочки охуенно вообще. Угу. Главное, чтобы не сильно в задницу, да. Потерпи, потерпи, сейчас буду. Бабушке 90 лет, так прикинь, что моя малая учудила. Она достала, короче, мой вибратор и пела в него песни. Ну, блин, не, ну хорошо пела, да, хорошо, там, Аллегрову пела, Высоцкого, да. А потом бабушке дала вибратор, бабушка подпевала в него. Ну да, она запомнит эти 90 лет, юбилей, вица. Ну мы, получается, друг другу пососали сначала, вот. В принципе, ничего такого. Так он мне кончил глаз, прикинь, блядь, глаз красный, я еб... Красный глаз, прикинь, не смывается, еб... Да хуй... Мам, я тебе специально не говорила, что у меня новый парень, ты бы его не одобрила. Ну, конечно. Мам, да, ему 63 года. И что? Да, он старый, он пердит везде. Мам, ну прекрати. Ну, я люблю его. 63 года, это... Он молодой еще. А знаешь, как он сексом занимается? Папа так не умеет. Мам, ну прекрати. Ну, хочешь, я тебя познакомлю? Может, тебе полегче станет. Ма. Я тебе не сосал. Сам ты сосал, понял? Сосун ебаный. Пошел ты, блядь. Чтоб у тебя, блядь, все руки сдохли. Руки. Когда у бабушки день рождения было, ты не представляешь, что моя малая вычудила. Достала мой вибратор и пела в него песни. Не, ну ты знаешь, нормально пела, там, Аллегрову пела, да. Ну, а потом бабушке дала, типа, микрофон, знаешь, типа, бабушка, подпевай. Да. Ну, будущая звезда растет, да. Да, червяка настоящего съел, попробовал. Вот. Прорыгался. Немножко рыганул. Ну и все. Вчера у бабушки был день рождения, да, так моя малая... Да прикинь, да, она просто достала вибратор и начала петь в него. Да. Не, ну хорошо пела. Хорошо пела. Лепса пела, Аллегрову пела. А потом бабушке дала вибратор, и бабушка в него пела. Не, ну я ей сказала, что это микрофон, а что я ей скажу? Кого я ебал? А, видел! Не видел. Не видел никого. Ой, за***л ты уже. Ванну сам себе бил. Слышишь, блин, прикинь, только что себе трусы обосрал, пиздец. Да сейчас надо трусы купить где-то, да. Я хер его знает, где такие можно найти, потому что они 100 гривен стоили. Пиздец просто, вообще. Тогда оно желтое такое, понимаешь? Алло. Желтая. Помнишь, слышишь? Алло. Помнишь, говорю, в американском пироге, как этот тортик? Вот это вчера тоже попробовал. Вот это, я, ну горяченький, все такое, ну классно, классно, мне нравится. Да, да, ты вообще не парься, только она повыше его здесь, чтобы полностью все зашло. Да, охуенно, братан.
это очень круто. Очень замечательно просто. Спасибо, что досмотрели это видео. И теперь вы увидите, как я мою усы после съемок. Значит, включаем тепленькую воду. Набираю мыло в руку. И так немножко на водичку наношу, смотрите. Укрупнись, чтобы водичка была видна. Видно? Видно? Вот так. И смотрите, потом я возьму, наношу мыло вот так. Вот, мыло почернело. Это значит, что тушь отходит от усов. Кладу мыло и намыливаю усы. Точнее, водой обдуваю. И смотрю, тут все почти смылось. Второй раз сделать можно. И все. Смотрите, какие усы уже. Абсолютно чистые. Как будто ты сопли срызнул. Класс? Вот и все.